Музей североказахстанской полиции признали лучшим в системе МВД страны. Диплом и грамоту от республиканского ведомства вручили заведующей музеем Любови Осинской. Пополнение, оформление и поддержание музейных экспозиций и витрин в лучшем виде – это не только каждодневный кропотливый труд, но и критерий, по которому в этом конкурсе выбирали лучшего. Напомним, музей областной полиции основали 31 год назад. В нем хранится более 4000 экспонатов, повествующих об истории органов внутренних дел края с 18 века и по наши дни. А 5 лет назад там открыли оружейную комнату, где собрана коллекция более 100 видов огнестрельного, газового и травматического оружия.